Сейчас хорошее время для писателей. Удобное время для писателей. Я Бурмистров Денис, писатель-фантаст. Я участник проекта «Тверь Тим». Писать я начал еще в раннем детстве. В основном меня всегда интересовал космос. Настоящий писатель, он хочет иметь книжку на полке в любом виде, чтобы где-то подписать, кому-то подарить. Я новую книгу написал как раз вот про космос. Отослал и ноль. Пощечина, конечно, такая была хорошая. Сейчас, в принципе, тиражи упали. То есть раньше был тираж нормальных 10 тысяч экземпляров. Сейчас считается где-то средним такой тираж. Это 2,5-5 тысяч. Объемы, конечно, упали очень грандиозно. Это видно по рынку, это видно по тем зарплатам, которые платят писатели. Издательство не покупает текст, оно покупает права. Где-то платят, ну, в лучшем случае, допустим, там 50 тысяч. Соответственно, если писать по книге в месяц, то, конечно, на эти деньги можно прожить. Электронные книги, аудиокнижки, за этим будущее, и это именно та как бы реальность, на которую уже стоит обращать внимание. Помогает и авторам с обратной связью, и в плане денег, опять же, так можно заработать. Раньше писатели несли миссию, сейчас писатели несут радость. Один из главных критериев, чтобы не скучал читатель, потому что тогда твою книжку следующую уже никто не купит. Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, они бы сейчас не продавались, это вот стопроцентно. Какими бы они не были гениями, им было бы пробиться очень сложно. Я считаю, что писатели никому ничем не обязаны, хотя они пишут для себя и пишут то, что им интересно.